скажите, пожалуйста, а вот такие дешевые цены, это значит, вам где-то бесплатно достается? Почему? Покупаем. Все. А вот поскольку вы это покупаете? Вот 10 рублей продаем, 7-8 рублей в базу покупаем. Скажите. Пускай оттуда не продают. Раз не хочется в городе торговать, пускай начинайте с этого, с ваших там. С наших да. Кого? Где их там? Кто руководит базы, да, большие базы продают просрочку, да, перепечатают. Ну, просто в магазине не продают просроченных товаров. Почему там... не продают? Я лично не говорю каждого магазина, перепечатают, что здесь. Нет, почему? Там, если замечаешь просроченный, а больше негде пройти, нет. Как там? В магазине тоже продают. Там ведь они сразу... и можно возвратить этот товар. А у вас он уже как бы изначально просрочен. Нет, я-то хотела узнать, это не то, что вот на базе, когда заканчивается срок реализации, то утилизируют на свалку. А вот вы берете в магазинах или на базах? На базах. Можно мне сначала...